И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Вы поставили очень много лайков, и сегодня у нас рубрика «Аниматроники бывают охранника», карта FNAF 3. Пацанчики, вы готовы? Да. Да, готовы, все. Если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Ребята, ставьте лайкосик, чтобы у нас получилась классная калитка, уникальнейшая. Все, Димон, а ну-ка тестируем. Не, подожди, секундочку. Подожди, пришел уже, ты смотри. Хоп, а у нас закрыто. Все, ребята, закрылся, до 6 часов работаем, а уже начало 7-го. Все, пока. И паспорт покажите еще. А то, мне кажется, вам нету 5 лет. Даже. Вам нету 18, до свидания. Не, вам слишком много лет, вам уже больше 100, мы такое мы не запускаем. Такие. Ого! Ребята, напишите в комментариях, сколько аниматроникам лет. Даже интересно уходи, будет почитать. Уходи. Смотри, Димон, а ты будешь тут калитку волшебную ставить? Тут, с этой стороны? Ну да, вот вентиляцию закрыть. Давай пока его пинками прогоним отсюда. Пошел отсюда. Пошел. Так, секундочку, сейчас поставим. Во. Веревочка. Раз. От бога. Веревочка. Два. Веревочка. Три. Ускоритель 4. Да. Так. Так. Красава. Так, так. Ого, ты чё пришел? Я ж фана... Так, ладно, хорошо, испугал, не спорю, красавчик. Испугал нас, испугал конкретно. Так, Димас, отойди. Сейчас, подожди, у меня скример завис. Так, хорошо. Я не успел толкатель поставить, или успел? Давай, давай. Димон, закрой двери! Чё случилось? Да вот челик пришел толстый. А, вот чё случилось. И ушел. Да, и напугал, и ушел. Я его вижу, я его вижу. Вот он стоит, толстожопый кабан. Где ты его видишь? Так, давай-ка откроем эту штуку. Так. Проветрим. А у нас и так сетки, у нас что проветривать? Так. Все четко. Ай, что-то дамажит твоя калитка опять. Калитка-убийца. Смотри, какой жирный деревас пришел, деребас. Что тебе надо у меня дома? Дверь мне запилил. Быстро. Ты не пройдешь. Здесь не пройдешь, не пройдешь. Он даже не сможет сдвинуть. Ну, его когтями ее царапает. Ой. Не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да, давай-давай. Убил я через калитку. Ведь у него руки длинные, но мы слишком близко стояли, наверное. Вот это жесть. Отойди, отойди далеко, а у него руки, смотри, какие рюки-крюки. Так, все нормально, Димас. Так, как тут включить сетку? Такие звуки, да, классные издают, да, страшные. Да, у него там в животе что-то урчит. Это он голодный ходит, пирожки просит. Так, отлично. Диман, мне нравится, как мы выживаем. Очень так атмосферно получается. И FNAF 3 вообще, ребята, классная карта. Если нравится, круто, пишите в комментариях, нравится вам FNAF 3 или нет. Смотри, смотри, идут, идут. А он может медленнее идти? Очень куда медленно. Еще медленнее. Не смотри на этого ужастика. Тогда у него глаза какие-то стрёмные. Он загипнотизирован. Он может через как-то пройти. Как-то может, Димас, как-то, я думаю, может все-таки. Так, ползет. Отлично. Сзади, Димас! Да отвали! Ты как сюда попал, засранец? Я ему попробую постер сейчас писать. А, это же Shadow Trap, это Димон, я ему постер сейчас бью. На, топчись. Лупи. Бей его. Бей. Нормально мы ему прописываем. По щам. Получай. 28 ударов по щам. Ты действуешь наверняка. Ушел под землю. Нормально. Так, давайте, кто следующий? Мы никого не боимся с Димоном. Вот он следующий. Мы лучшие охранники. Он как будто в невесомости, Димас, в космосе летает. А чё он как-то реально ходит стрёмно? Смотри, у него ноги взлетают. Это незаконно. Мне кажется, тут посрать всем. Димон, открой двери, проветрим. Давай. А, не открывай! Не надо! Смотри, сразу прибежал. Ах ты, костыль вонючий. Да как он твой? Димон, я тебя закрыл. Спасибо, Димончик, спасибо тебе. Давай, беги! Так, Димон ушел. Так, надо стоп-сон прописать, то что-то пацаны раздудунькались. Так. Отлично.
Смотри, крипер шагает еще. Откуда он взялся? Он сейчас взорвется, через стену убьет, Димон. Да? Может, ну, конечно, ну конечно, это же крипер. Нет, ты не пройдешь, у нас... Ты видел, какая там ты сила? Ты не пройдешь. 10 000... 10 000 сил. Держу, понял? Держу калитку. Слышишь, слышишь? Откуда ты идешь? Да, 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 вот, сзади. Смотри, ах ты пальцеголовый. У него пальцы торчат. Смотри, какой... Не, ну они красивые. А во ФНАФе третьем нету, видимо, с энергии, поэтому... Я думал, скажешь, во ФНАФе третьем нет красивых, ну ладно. Нет, красивые есть, вот. Красавчик у нас стоит. Блин, вот как-то их надо отогнать. Я не знаю, я пока еще без понятия, как их гонять. Смотри, может, этот что? Пришел. Че ты хочешь? Может, они покушать любят что-нибудь. Что вы делаете у меня в холодильнике? Давай что-то предложим им покушать. Надо как-то их отогнать, надо оружие, Диман, какое-то взять, оружку. На, Димас, гамбургер я им сейчас дам. Ешьте, пацаны. На. О, Димончик, я думал, тебя не зацепит. Вот это... Да кто меня убил просто так? Тебя гамбургер убил. Убийца гамбургеров. Так, держи. Давай гамбургер. Я еще одну кину. Димончик, отойди оттуда. На, гамбургер. На, видел, аж подпрыгнул. На, жопа. Я сейчас там что-то тоже возьму. На тебе. О, все, Димон, отогнали. Все, отогнал? Да-да-да, он засыкал. Видно, у него жизни отнялись неплохо так. Смотри, лезет здесь. На тебе, жопа. Димон, отойди. Хорошо. Но. Ого, по черепу прописали. А ну давай еще. Еще одна бомбочка. Классно, класс. Вообще супер. Неплохо, зачистка. Еще одну, прям под калиточку. Ой, блин, не попал. Давай, давай, Димас, перенаправлю. О, блин. Я не то нажимаю, я просто переживаю, когда вижу больших аниматроников красивых. Так подожди. Ладно, ты с той стороны взрывай. Так я далеко. Ой, нет. Сундучку. Да. Во. Ну а. И тебе, и вам, ребята, и вам. Приходите, приходите. А-а-а-а. Блин, я успел взорвать. Ого, скример. Это было прикольно. Ладно, продолжение следует. Да хочешь мочить? Жопоголовый, хорош. Хватит, пацаны, вы что, думаете, мы вот такие слабые? Слабые, слабые, вас... они так думают. Но у нас-то на самом-то деле есть оружие. Ну, есть оружие директора, он нам оставил на всякий... А что за котяра тут ходит? Ого! Что это за мочалка тут летает? Смотри, смотри. Я видел, из маленького плюша вылупилась какая-то жопа. Большая плюша. Так, Дима, иди в пиццерию, иди, иди, я сзади тебя. Я, конечно, боюсь немножко. Ого, трупейшн. Чё, палка какая-то. Какой-то как кусок дерьма. Ах ты же поблиз. А кто кушает меня? Ого. Смотри, Дима, это не твой лук? Не, не, не мой. На. На, снеговик. Вот, еще один плюшка. Ого. Даже и не больно. Чё? За тобой бежал, короче, я думал тебя спасти, но в итоге не получилось. Да, спас меня. Сам тебя убил. Красава, красава, Димончик. На! Да блин! Я тебя ищу, Димас. Ух, да не успел! А, я успел, я Серегу убил. Значит, все красавчик. Так, пацаны, кто хочет взрывать? А ты чё псих такой? Так, ладно. Вот так, да? Значит, типа злые аниматроники у нас тут наблюдаются. Злые, злые, Димас. Хорошо. Вот это, ребята, жесть и мясо. Димас, ты тоже помогаешь, да? Да, я стреляю. Вот это жестяк. Продолжаем, продолжаем, зачищаем. Они возрождаются, их убивают. Диман, я прохожу, аккуратно, не убей меня. Давай, давай, я с тобой. Вот это тут все в дыму. Пойдем, Диман, с игровым автоматом. Идем. Так. Я буду играть в свою любимую игру.
Во ФНАФ? Да, вот типа вот такая вот игра. Типа вы проиграли. Вам скример, да? Подарок. Хорошо. Что за звуки? Кто там какая-то дрыщет? Рыбёшка была. Так, кто со мной на один шерифский бой, короче? Ах, вот так, значит, убили, ах, да? Ах, вы крысы! Сзади нападать только умеете, да? Ну всё, спереди значит, бояться, Димон. Пора бы использовать... Да когда? Как? Пора бы, Димас, и ядерный взрывчик взять, а? Ну, я думаю, да. Так, уходите, жлобы толстые. Так. Три, стой, стой, у меня еще не зарядилось, а теперь отчитывай. 3, 2, 1. Засранцы. Вы что, не успели пустить бомбу? Не успели. Ага. 3, 2, 1. Погнали. Я успел. О, красава, Димас. Красавчики. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.